Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор отдушки Шалимар Оде Ля Ваниль Герлен. Аромат – это состояние духа, а в современном мире – визитная карточка. Соответствующий аромат уже прочно стал частью образа современного человека, как в деловой сфере, так и образом мышления в быту. А потому ароматизирует все – помещение, тело, волосы, обувь, даже средства женской гигиены. Производителям различных товаров, особенно косметических средств, необходимо все более уделять внимание такому аспекту, как запах продукции. Безусловно, натуральная косметика и мыло прекрасно ароматизируют с помощью эфирных масел, экстрактов и так далее. И все 365 дней в году современный человек переодевает аромат как одежду по несколько раз в день. Соответствующий на работу, иной на прогулку, а третий аромат одевает на ночь. Потому косметический рынок все более насыщается товарами, которые не являются парфюмерией, но выполняют функцию парфюмирования, и спрос на этот товар в разы выше. Ведь обливаться духами, отправляясь в постель, это моветон. И мало кто так поступит, а вот принять душ с гелем или мылом, который источает аромат парфюма, предпочитают многие. Вот такой бутылочке мы отправляем данную парфюмерную душку нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!